Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Тема нашої сьогоднішньої програми – недопуск до перевірок екологічної інспекції. І до нашої студії сьогодні завітав адвокат Одеської обласної колегії адвокатів, громадський інспектор Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Бакулін Дмитро Олександрович. Вітаю вас, Дмитро. Добрий вечір. Благодарю вас за приглашення. Ми раді вітати вас у нашій студії. І перше запитання – яку відповідальність несе організація у випадку недопуску інспекторів? Ну, я изначально расскажу, да, весь алгоритм действий, как непосредственно все происходит, с чем сталкиваются инспектора экологической службы, да, и я как адвокат, это моя в большинстве случаев волонтерская деятельность, потому что я действительно считаю, что нужно помогать экологической инспекции, адвокатов призываю вступать в ряды гражданских инспекторов. Да, эта работа, возможно, не оплачивается, но мы своими знаниями и своим опытом действительно можем помочь. Я объясню сейчас, чем именно. Вот когда приходят инспектора на проверки предприятий, например, стройки или там, каких-либо других, да, связанных с экологией заводов, выбросов, которые производят, либо вырубывают деревья и так далее. Значит, с чем сталкиваются в первую очередь? Выходит юрист этого предприятия за ворота и официально заявляет: дорогие, уважаемые инспектора, мы вас на предприятие не пускаем по каким-то абсолютно необъективным, субъективным причинам. Пожалуйста, дальше хотите, занимайтесь, чем хотите, тем и занимайтесь. Наш отказ и все. Фиксируйте отказ и все. Какая ответственность за отказ о недопуске инспектора экологической службы? Значит, это от 225 гривен до 750 гривен. Соответственно, инспектор выписывает этот протокол, постановление. Ну, хорошо, но нарушение же оно не прекращается. Да? Выбросы, вот инспектор смотрит, да? Выбросы как были, так и идут с этого предприятия, к примеру. И тогда инспектору приходится писать заявление инспекторам в правоохранительные органы для того, чтобы вносились данные, введенный реестр досудовых расследований, и открывалось уголовное производство, вследствие чего уже там будут привлекаться руководство предприятий к ответственности, либо же будут начинаться все-таки проверки. Но опять же, сколько времени должно пройти? То есть вот этот там 3-4 эти месяца, пока, ну, все пройдет этот бюрократический круг и придет к своему логическому завершению, да, предприятие уже может абсолютно спокойно там и свернуть свою, там, образно говоря, деятельность. Как швидко расследуются справы еще до недопуску? Ну вот, порядка, думаю, 4-5 месяцев где-то из практики, да, там, может быть, по закону оно должно расследоваться там в кратчайшие сроки, да, но все-таки мы исходим из реалий законодательных и процессуальных в данный момент. То есть на данный момент загруженность райотделов, она настолько велика, что действительно сталкиваются с проблемами следователей и так далее, что говорят: ребята, ну вы там со своей экологией, спасибо вам большое за заявление, ну давайте мы там пока занимаемся более какими-то важными делами. И это, конечно же, проблема, и как с этим бороться, это, конечно, только на законодательном уровне нужно урегулировать. А какие шляхи вирішення цієї проблеми ви бачите? Да, вот сейчас министром, значит, у нас Андрей Малёванный, министр сейчас экологии, да, значит, подали законопроект 3091, это о государственном экологическом контроле. Что же он предусматривает? И он в первую очередь как раз-таки предусматривает основное его положение,
Это ответственность за недопуск инспекторов экологической инспекции. Ответственность вырастает значительно. От 600 тысяч гривен для предприятий, которые, образно говоря, не крупного сектора, да, до 1 800 000 гривен предприятий, которые являются крупнейшими, да, предприятиями-загрязнителями. То есть это уже ответственность, это уже то, чего предприятие, ну, может и будет бояться, самое главное. Также этим законопроектом урегулируются отношения заработной платы инспекторов. На данный момент это тоже один из факторов того, что, ну, когда человек получает, к примеру, 5500 гривен, да, действительно это является проблемой, и квалифицированных кадров действительно очень тяжело найти. И да, где-то мы как адвокаты, я в том числе, да, помогаю государственной экологической инспекции на общественных началах. Но поверьте мне, таких как бы людей, которые готовы жертвовать своим временем, их, ну, немного отнюдь. Потому что в нынешних реалиях все-таки человек ищет для себя везде выгоду и забывает о том, что все-таки окружающая среда, если мы к ней будем относиться халатно и безответственно, то потом уже будет очень иметь большие последствия для наших детей и так далее. Все-таки, мне кажется, на определенном этапе каждый человек должен для себя понимать, что мы можем сколько угодно строить, да, но все-таки парк, который, к примеру, там находится возле вашего дома, вот делайте все, чтобы его сохранить там, в первозданном виде, да, чистотой и так далее. Если есть там какие-то маленькие даже предприниматели, которые хотят там вести свою финансово-хозяйственную деятельность, пожалуйста, ведите, но не в ущерб этому парку. Для меня это вообще горячая тема у нас. Я живу на Каманине, у нас там есть парк «Юность». Вот. Вокруг него достаточно большая идет борьба, там его застройки постоянно, кто-то хочет его захватить и все. Ну, я точно так же абсолютно на волонтерских основах помогаю писать и процессуальные заявления и так далее, лишь потому, что я гуляю там со своим сыном, да, и для меня это, ну, как бы, ну, все равно, что там отнимут у нас кусок нашего дома и, ну, я считаю, это важно, и призываю одесситов присоединяться к движению, и их достаточно много, и общественных организаций, которые занимаются действительно вопросами экологии. Скажите, будь ласка, а какие дії інспекторів у разі недопуску? Ну вот, инспектора составляют протоколы и направляют заявление в правоохранительные органы, заявление про ускорение кардинального правопорушения, а самое на допуску Державного экологического инспектора до проведения проверки. Там тоже нужно понимать, есть целый раздел в Уголовном кодексе, это от статьи 236 до статьи 254 Уголовного кодекса, там действительно огромное количество правонарушений, которые может попадать действия хозяйственных предприятий и должностных лиц, естественно. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что все упирается в сроки. То есть как бы мы ни хотели, чего бы мы как бы ни помогали, я там как адвокат, да, помочь составить именно правильный процессуальный документ, на скорость вынесения решения следователям, но это никак не повлияет. Тем более, что где-то сталкиваются с ситуациями, когда следователь не хочет носить данные в Единый реестр досудебных расследований, тогда приходится обращаться в суд за защитой своих прав и интересов и обязывать вносить данные в этот реестр и возбуждать все-таки уголовные дела, чтобы это привлекло к последствиям. Вот новый законопроект, которого мы ждем, что его все-таки примут, он будет выносить такую ответственность, да, для представителей
предприятий и так далее, которые на данный момент халатно относятся к своим действиям. Там же тоже еще нужно понимать, есть такое, такие ситуации, как, к примеру, предприятие ведет свою деятельность касательно выбросов в выходные дни. Так вот, инспектор, пришедший, к примеру, в будний день, он не видит, ну какие выбросы, никаких выбросов, труба, ничего с трубы не идет, все в порядке. А полномочий прийти в выходные дни у него нет. И вот получается такая как бы коллизия, да, законодательная, что вроде как бы выбросы осуществляются, но только проверить это достаточно сложно. Что хотелось бы еще сказать? А, также будет фиксация проверок, тоже новым законопроектом предусмотрено о том, что, как знаете, у патрульных полицейских будут бодикамеры, ну, либо какие-то средства фиксации, mm-hmm. потому что нужно понимать, что каждое должностное лицо, оно должно регулировать свою деятельность именно согласно действующего законодательства. Если сегодня кто-то из сотрудников инспекции просто на свой мобильный телефон будет снимать видеонарушение, завтра в суде это абсолютно спокойно признают ненадлежащим доказательством и разобьют всю эту проверку в пух и прах. Поэтому здесь, конечно, мы консультируем инспекторов, но где-то не хватает вот этой законодательной инициативы, где-то не хватает жесткости полномочий экологической инспекции, которые мы действительно ждем от представителей Верховной Рады, президента, потому что все-таки, ну, это нужно. Що ж, Дмитро, бажаю вам успіхів у вашій нелегкій праці. Дякую вам за цікаву бесіду, дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.